Девочки, добрый день. Доброе утро. Пришел начальник. Все, размыркался, что я давно ревизию не наводила, да. Постельное белье не меняла. Живу Новый как год бомж, на блядь. Носу. Подушки не меняла. Он же раз в год меняет подушки. Почему? Раз в квартал. Раз в квартал меняет подушки, девочки. Постельное белье. Что-то. Дай это... Джим, на счастье, лапу мне. Такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полаем при луне на чистую бесшумную погоду. Дружище, что дальше? Вот как любят Тедди. Это, короче говоря, девочки, претензии мне какие-то, претензии, что да. Я не то постельное белье ему дала. Какое-то бэушное постельное белье. Из Орска выслали комплект, и я постирала, ему дала. И он размыркался, что ему не нравится, он даже его не стелит. На своем каком-то спит, там с Икеей, по-моему. Да. Вот. И что, и сейчас все перерыли, это вот Нине. Нине отправлю комплект постельного белья, покрывала. Девочки, что вы начинаете? Пойдите, купите, 2700 стоит комплект. Не каждая семья может, знаете, прям вот так побежали и постельное белье покупать. Это на Васильке оно стоит 2700. А в магазине такие комплекты стоят 4, 5, 6, 7 тысяч. 4 это самая дешевая бязь. Надо уходить вовремя. Со звездами, значит, Михалычу со звездами коричневые, а Леве со звездами синие. Две подушки схватил. Кто еще с меня сейчас потребует? Потребует, да. Я иду с ревизией, короче говоря. Сейчас посмотрим, что у него там. Не знаю я. Ну, я видела, что это. Он стирает. У них по два комплекта. Он одно стирает, второе на втором спит. И вот претензию мне сейчас. Я знаю, что там вроде комплекты у Лёвы есть, лежат. Берите новые, да, стелите, стирайте. А вот ты только разрешение. Видите, без разрешения. Да, забираю, без разрешения никак. Не понимаю, что это за комплект. Надо, кстати, что это? Порнографию. Почему? Я вообще не понимаю, что это. Зачем ты? А что он тебе не нравится? Я вообще не понимаю. Пододеяльник и очень хорошая бязь. Мягкий, не, мягкий. Не, мне он не нравится. Цвет не нравится. Видите, расцветка не нравится, уже, смотри, морду уже корчит, блин. Положи в пакет, я на мусорку поставлю, блин, людям. Ой, на мусорку. Ну а кому, чё? Так, ну сейчас пьяни, девочки. Он же не просто так пришел. Он сейчас пьяни начнет таскать, блядь, по своим, по норкам по своим начнет. Уже всех одел, обул, блин. Да у тебя уже этот комплект, ты посмотри, икеевский, ты уже протер своей головой все, блин. Подушка у меня, да? Я подушку вот недавно тебе меняла. Как ты меняла? Я уже менял их, блядь. Вон они, чё, блядь, чё? Ну так ты целыми днями поваляйся, так чё тут, и не то, и ничего. Постирай и положишь. Не, да у него вообще тут уже что творится. Где ты, блядь, не то. Ещё дай по две подушки, я говорю, по три ещё, ага. Все вот эти комплекты постираешь, и мне отдашь вот эти всё. Комплекты. А новый комплект, так ему надо два тогда? Конечно, надо. Где? Тогда звезды отдай ему. Да. Ну. А себе возьмешь. Кого возьму? Господи, ну выбери, иди. Я же тебе сказала, выбери по цвету. Выбери меня. Это Лёвина подушка. Меня. Не вздумай отдать кому-нибудь. Кого? Какая подушка? Там на моя Лёвина, конечно. Так вот у тебя еще комплект новый. Вот же у тебя комплект новый лежит. Я же положил, сейчас ты что? Нет, вот этот-то новый комплект у тебя лежит. Я вот недавно тебе его давала. Какой новый, ёпта, ты чё? Я вот недавно тебе его давала. Ты чё, блядь, совсем уже? Девочки, он меня разводит, блин. Ну, пошли, я тебе выдам еще. Пойдем. Пойдем. Пойдем, выдам. Выдам. Айда, пошли. Костелянша. Костелянша. А вы что говорите? На две квартиры. У меня склад, как раньше. Ходили к Костелянше? Нет. Я отчет всего требую, а вы что думаете? Просто так, что ли, без отчета? Я люблю, когда отчет. Я люблю, когда все четко. А не просто так, когда, знаете, просто дай, и все. И полай, блядь, и никакого. У меня я конкретно. Тебе надо зайти в картотеку.
Когда выдал, когда это что пришло, ушло? Я конкретно. Что конкретно? Конкретно, если я даю, я должна знать, блядь. Вот как это используется. Для... Раньше существовала картотека. Записала все. Я ж этот... Картотека. Старый механик-то. У меня эти на складе как проворуются. Михаил, что делать? Спирт, это, все. Я говорю, ну что... Разбивайте канистру, я подпишу вам все. Так, ладно, на, вот тебе вот такой вот. Пойдет. А, бутыль? Кого? Пойдет? Мне пойдет. Вот пойдет. Да, вот пойдет. Мне пойдет все. Значит, у тебя два. Одни звезды коричневые, одну вот такую. Я Леве звезды отдал все. А, ты Леве отдал звезды? Да. А что, не? Вот это себе возьми звезды, и звезды коричневые возьми себе. У Левы синие звезды. Ты же у меня звезда-то. Иди ты нахер. Хера, звезда. Я вот думаю, какой же ты стих мне на день рождения прочитаешь? Какой вот Есенина? Еще я стихи не читала, мудака. Так ты сказала, я прочитаю стих Есенина. Еще я таким мудакам, как ты, блядь, не стихи не читала. И вот этот Лёвик. Да, Есенин правильно писал. Если б не было рая и ада, их бы выдумал сам человек. Хорошо писал. А сегодня как это... Видела, как утром он писал, курит облаком болото, и сегодня над рекой так туман такой. И Есенина сразу вспомнил, курит облаком болото, это ж красота. Сумей так написать. Девочки, что не будет красота? Молодой. Мясо жрет, блядь, живет все свое удовольствие. Он хоть под старую жопу стал хоть стихи читать, да учить. Ну, я всех знаю, жизнь знал, ты что? Белая береза по твоему учитель в школе. Все. Ну. Девочка, мне нравится, когда я тебе показываю. Все, не нравится. Все, давай, Михалыч, все. Все, успокойся. Пошли. Дай дальше прочитаю. Пошли, все. Не видать конца. Все, так. Только синь. Сережа, внимательно меня слушаем. Да. Внимательно слушаем, да, меня. Да. Встаешь, но. Забираешь. Но. Верхний, но. Комплект. Чё? Левин. Но. Левин. Но. Нижний твой. Все, уходишь. Все. Да, давай. Отговорила. Давай, мне некогда, давай. Давай еще. Михалыч. Девочки, добрый Михалыч. День. У нас новый персонаж. Михалыч уже, видите, у нас Михалыч уже, девушка это, Татьяна. Это моя делает уборку, девочки, квартир любой сложности. Пишите, кому надо, на постоянной основе, одноразово, может быть. И химчистка мебели. Еще химчистка мебели, девочки. Делаем, да. Поэтому в Инстаграм прям в сторис опубликую. Обращайтесь, вам. Все в лучшем виде сделаем. Да, сейчас и сделаем ссылочку на нее. И, девочки, я знаю, что многие, потому что разговариваю, многие говорят, что с удовольствием бы наняли кого-то по рекомендации. Поэтому рекомендую, девочки. Спасибо. Девочка, у нас сегодня отдых. У меня созрела капуста, я ее разложила по таре, сварила бульончик, потушила картошку с курочкой, покушала в 3 часа, девочки, вот захотела. И все, и улеглась. Мединский по канале «Культура». Рассказывал про графа Воронцова, показывал Крым, вообще про жизнь Воронцова, про его службу на государе. И я уснула. И сейчас проснулась, смотрю, ребятки спят. Прямо спят, Тетька храпит. Все, он тоже устает, когда Михалыч начинает ходить туда-сюда. Ванька, встань-ка. Михалыч не дает никакого покоя. Тетька утром много гуляет, и днем он отсыпается, потому что вечером опять пойдем гулять 1.5-2 часа. И у нас утром так холодно, девочки, было. Такая изморозь, но говорит, что прям везде ей не был. В 10 часов мы пошли с ним гулять, холодно. Но говорят, что потепление вроде идет. Неохота. Суббота сегодня, девочки, неохота ничего делать. Сегодня суббота, девчонки? Да, сегодня суббота. Ничего неохота делать. Я валяюсь вместе со своими котятами. Прям лежу, балдею.
Лёва уехал в кино. Забрал у Михалыча карточку. Вот. Но я не верю, что у него ничего нету. Тут что-то замолчал. Не видно, не слышно его. Замолчал. Выбросила у Лёвы одеяло, подушку. Постелила постель ему свежую. В общем, нет порядка у парней. Ну, это на мой лад. Это знаете, когда бывает? Быть на мою мать. Ой, ты батюшка, как хорошо с мамой. Вот как с мамой любят спать, они на кроватке. Это же дергается мартышка. Вот как, вот что им надо, чтобы я была рядом. Вот как сейчас уеду отдыхать? Как вот уеду опять? Не знаю. Я без него с ума схожу уже. Без Васи, без него прям все время о них думают, об этих ребятках своих. В общем, девочки, вот уже вечер. Уже 5 часов. Все, в 6 идти гулять. Вот поспали немножечко. Часик. Повалялись, прям не заметила, как я уснула. Обожаю Мединского смотреть, обожаю. Какой он умный. Историк, шикарный историк. Боже мой, какие он лекции по канале «Культура» читает. Хочется их слушать. Вот детям вот эти лекции надо прямо в школьную программу Мединского, чтобы слушали там, знаете, с 4-5 класса, может, даже раньше. Тогда историю России будут все знать. Ой, дети бесятся. Ой, неохота вставать, прям неохота, девочки. Вот знаете, бывает, да, когда душа хочет отдохнуть, прям вот отдохнуть. Это же радость, когда, знаете, прям вот, ну, спокойно на душе. Прям с удовольствием, балдеем.